Потому что это позволит нам, иностранцам, и которые там работают в России, понимать, что в России можно заниматься серьезным бизнесом. И понимаем, что в России много молодых, талантливых людей. Это для нас очень полезно участвовать в этом мероприятии. И как я живу в России 9 лет, хорошее впечатление, хороший бизнес. Поэтому надеюсь, что вот это мероприятие будет более известно и в Италии, и в Европе, и в других странах. Потому что это позволит понимать, что Россия – это очень интересная страна. Не только нефть и газ, но есть много чего очень интересного. Спасибо вам. Доминика, вам большое спасибо. Но не будем уходить, потому что будет сейчас награждать победителей в номинации за наиболее активное участие среди общественных организаций. Награждается межрегиональная общественная организация Московской ассоциации предпринимателей! Мы уже знакомы с этими уважаемыми людьми. Они даже нас приглашали. Вот он, уважаемый гость. Итак, Доминика, вручайте, пожалуйста, диплом. Статуэточка. Спасибо вам большое, не пару слов. А вот микрофончик, да, чтобы вам было удобно. Надо заработать. Надо заработать, значит, вот это заработать. Вот. Интересно, да? Потому что для нас такая новая позиция в нашем новом московском разрезе, да, и поэтому это первый объект, которым мы пытаемся заняться. Вам спасибо большое. Спасибо. Доминика, вам тоже спасибо большое. Прекрасно выглядите, как настоящий итальянец прям. А настоящий? Я думаю, что Доминика настоящий итальянец. Я прям вижу. Итак, дамы и господа, внимание на экран, потому что у нас обращение от торгово-промышленной палаты наших друзей. Hardly Ukraine. От Украины. Торгово-промышленная палата Украины искренне приветствует организаторов и участников международной акции «Всемирная неделя предпринимательства». Мы в торгово-промышленной палате также способствуем развитию малого и среднего бизнеса, уделяем должное внимание обучению их представителей, принимаем участие в совершенствовании нормативно-правовой базы. Сейчас в стране работает более 2,5 миллиона предпринимателей, среди которых много молодежи. При ТПП Украины и региональных палатах работают комитеты предпринимателей по различным направлениям. Базовых отраслей промышленности, сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса, внешнеэкономической деятельности и других. Каждый год в начале сентября на государственном уровне отмечается День предпринимателя. Желаем же участникам Всемирной недели предпринимательства, чтобы полученные знания, обмен идеями и опытом послужили дальнейшему развитию личности и предпринимательства в целом, укреплению деловых связей между украинским и российским бизнес. Спасибо! Спасибо! Давайте поаплодируем! Спасибо! Поздравляю! Арно Фоберс! Угарный мужчина! Да! Итак, мы идем дальше, друзья! Дело в том, что во время Всемирной недели предпринимательства, наверное, может быть, не только в этом году, я, наверное, в предыдущих 5 годах, вот, в предыдущих неделях, очень часто используют какие-то инновационные вещи. Ну, сейчас вообще такое время, в принципе, в России очень часто мы слышим об инновациях. Они как всегда высыпают, использованы. Вообще инновации, они, если заметить, и вот по итогам этой недели, они проникли и в организацию, вообще в ведение бизнеса и любых вещей, связанных с бизнесом. Поэтому... Да, но, возможно, кто-то за всю Всемирную неделю предпринимательства все-таки прошел Angry Birds. Поэтому прямо сейчас у нас номинация, которая звучит следующим образом. За самое инновационное мероприятие. И мы приглашаем от имени департамента нашего почетного гостя, президента опоры России Причалова Александра Владимировича. Александр Владимирович, сильный молодой человек, и вам стильный музыка. Пожалуйста. Спасибо. Много света. Начну с благодарности. Виктору Седову и Алексею Комиссарову. Вы знаете, за что? Вот Вадим Дымов говорил о том, что он или планировал, или должен служить в армии. Я хотел сказать, вот у каждого предпринимателя есть свой путь предпринимательства. Мой путь начался в военном училище,
90-м году, в 91-м году я уже выпускал электрошоковые удочки. Вы понимаете, в военном училище не учили предпринимательство. У нас не было таких замечательных курсов, как делает Центр предпринимательства США России Fast Tech. Да и даже литературы не было. Удивительным мотивом являлась у меня книжечка такая, даже не книжечка, такая брошюра, называлась, по-моему, менеджер, она буквально на туалетной бумаге напечатанная. И мы с моим другом, прочитав ее, решили, что, блин, торговля — это вот как-то несерьезная какая-то лажа, нужно производить. Организовали товарищество с ограниченной ответственностью Венеция, ну, понятно, почему романтичное название, и действительно произвели 3 партии и прошел год. И вот так я начинал свой путь в бизнесе, и то, как я смотрю, сейчас обстоят дела, благодаря в том числе этим двум замечательным людям, о которых сказал в самом начале. Вы знаете, вам сам Бог велел, я говорю, молодым предпринимателям начинать свой путь. Я поздравляю всех тех, для кого эта неделя предпринимательства, вообще все то, что делает департамент Алексея Комиссарова, все то, что делает центр Виктора Седова, все это является побудительным мотивом к тому, чтобы рискнуть и попробовать себя в предпринимательстве. Спасибо. Александр Владимирович, спасибо большое. Из того, что лично я услышал, правильно ли я понял, если бизнес с электрошока? Да, рыбы с электрошока, а мы то с есть, электрошока. В принципе, то есть конкуренции не было просто. Если бы было, мы тоже делаем удочки. Ну, примерно так, да. Примерно отлично, ну то есть можно и так. Илья, ты можешь из этого бизнеса выйти, если ты говоришь о конкуренции с Александром Владимировичем. Итак, эта номинация звучит за самое инновационное мероприятие. И в этой номинации награждается Innovation Studio при экономическом факультете МГУ имени Ломоносова. И, конечно же, да, вот такой красивый-красивый приз. Ну и представители Innovation Studio. Давайте поаплодируем, да, между прочим, это крутые инновации. Итак, можно от вас услышать несколько слов, может быть, много слов в адрес мероприятия предпринимательства. И ваши какие-то ощущения лично. Спасибо большое, ребята. Мы действительно каждый год принимаем участие в неделе предпринимательства и вносим свой вклад. Очень приятно, что мы отмечены именно в этой номинации, потому что мы действительно фокусируемся на концептах нового продукта. Спасибо большое департаменту. Очень здорово, что в этом году это событие приобрело в Москве очень яркое звучание. Это очень здорово. Для нас в этом году очень приятно получать награды. Спасибо большое коллегам нашим, МГУ и партнерам. Спасибо. Спасибо вам большое. Скажите, пожалуйста, вы занимаетесь тем, что вводите вот именно концептуальные какие-то инновационные технологии, правильно я понимаю? Да, мы помогаем командам разрабатывать концепты новых продуктов. Эта стрижка, она сенсорная? Что? Стрижка сенсорная? С каждым годом все более. Прекрасно. Мультитачки. Мультитачки, прекрасно. Спасибо большое нашим уважаемым гостям, спасибо большое. Идем дальше. Приглашаем наших уважаемых гостей дарить подарки и все остальное. Дело в том, что есть такая, вот, может быть, я сейчас скажу, бред со своей стороны, ну. Но, скажите, пожалуйста, вот, люди, которые занимаются крупным бизнесом, они когда-нибудь, ну, им скучно становится от того, что, чем они занимаются, как вы думаете? Ну, есть такой, я не знаю, развожу кофе с паньей. Это не крупный бизнес. Ну, вообще, возможно такое, что человек, который добился всего, у которого есть 13 тысяч алюминиевых заводов, в том числе наш с тобой любимый Красноярский алюминиевый, Братский, Саяногорский, и он, можно добавить творчество, может буду в алюминии. И попробовать все? Нет, может в алюминии буду добавлять мед. Ну, алюминиевый мед. Да, алюминиевый мед. Это будет прям, он именно вкусный. То есть заболел, лизнул чушку алюминиевую. Лизнул чушку алюминиевую. Вот, это к чему? Потому что мы переходим к номинации, которая звучит следующим образом. За самое творческое мероприятие. Так. И для вручения диплома приглашается наш почетный гость. Председатель Московского городского отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Левченко Александр Павлович! Александр Павлович, рады вас видеть. Пожалуйста.
пожалуйста, несколько слов от вас. Ну, как-то уже задали тональность, вот, о чем говорить. Значит, я точно не помню этой даты, но то ли это сегодня, то ли это было вчера, но 25 лет назад я подписал первый свой контракт как предприниматель. И, в принципе, мне сегодня 25 лет моей компании, которая сегодня успешно работает. На прошлой неделе был день милиции. Была вся неделя милицейская. На этой неделе, значит, день как бы предпринимателя, целая неделя предпринимательства. Желательно за 25 лет работы, стажа, сразу всех предпринимателей предупреждаю, следующая неделя день налогового работника. Так что особенно не расслабляйтесь. Ну, все, да. Александр Павлович, 25 лет вашему предприятию. То есть вы бизнесом занимаетесь 5 лет, потому что вы шикарный мать. Спасибо. Ну, потому что действительно шикарно. Правильно я понимаю, что мы будем отмечать это как-то? Ну, я точно буду отмечать. Во всяком случае, есть... Да, приходите. Я вам посоветую одно место хорошее. Можно даже не платить за сотрудников. Бразилия, 5 звезд, совсем-совсем скоро. Итак, в этой номинации за самое творческое мероприятие награждается тренинговая компания City Class! Итак, уважаемые победители в этой номинации, можно попросить вас несколько слов. Я не буду говорить про возраст, мне кажется, женщина неправильно говорит про возраст. Я буду говорить о том, что предприниматель, конечно, не Бог. Congratulations on your celebrations and Happy Global Entrepreneurship Week from Canada! Видите, дорогие друзья, всего 10 человек участвуют в том всемирной предпринимательстве, а у нас вот огромное количество. Видимо, хоккейная команда. Это...